Эквадорец сменил пол, чтобы получить опеку над детьми. 47-летний Рене Силенас Рамос теперь числится женщиной в официальных документах в своем родном Эквадоре. Несмотря на то, что в повседневной жизни он по-прежнему идентифицирует себя как цисгендерный мужчина и ничего себе не отрезал, отчаявшийся отец принял такое радикальное решение из-за системы правосудия в его стране, которая в делах об опеке над детьми обычно отдает предпочтение матерям. «Быть отцом в этой стране, Эквадоре, наказуемо, и я рассматриваюсь только как кормилец», — сказал Рамос. Он утверждает, что две его дочери в настоящее время живут в жестком окружении со своей матерью, и он не видел их более 5 месяцев. Законы говорят, что право имеет только женщина. На данный момент я женщина. Теперь я еще и мать. Вот кем я себя сейчас считаю, — заявил Рамос. Действия Рамоса возмутили ЛГБТ-активистов по всей стране. По их словам, они боролись за то, чтобы закон о смене пола был изменен для настоящих транссексуалов, а Рамос извратил всю его суть. Между тем, борьба за опекунство между отцом и его бывшей женой продолжается по сей день. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.